Всем привет, ребята! Решил записать видосик про мини-чебуреки с фруктовой начинкой. Получилось более-менее сносно. 400 грамм муки, чайная ложка сахара, чайная ложка соли, 100 миллилитров воды холодной. И замес. Минут 15-20 точно. А потом убираем в холодильник на 30 минут. Ингредиенты режьте чуть меньше. Я изначально резал на большие чебуреки, но в итоге сделал маленькие. А дальше останется только раскатать и разогреть масло, как в фритюре. Края я запечатал вилочкой. Чебуреки, в принципе, принято кушать с кофе, со сладким кофе и с молоком.